Вокальное мастерство и обмен творческим опытом. В Самаре завершился 6-й межрегиональный фестиваль «Пасха над Волгой». В празднике приняли участие 18 коллективов и более 400 исполнителей. Специальным гостем гала-концерта стала Светлана Феодулова, обладательница самого высокого женского голоса в мире. Это отмечено в Книге рекордов Гиннесса. Она близка мне по духу. У нас с отцом Иваном 7 детей. У нее 8, поэтому многодетность, она, видимо, притягивает друг друга. И любезно Светлана согласилась и приехала к нам в Самару впервые. Концертную программу певица открыла романсом Сергея Рахманинова «Здесь хорошо». В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения композитора. Вы знаете, сегодня действительно такой день, наполненный благодатью. Это чувствуется в атмосфере, в воздухе, в людях. Самое главное, спасибо огромное фестивалю за то, что сегодня подарили всем такой замечательный праздник. Площадкой для проведения фестиваля стал концертный зал собора в честь Софии Премудрости Божией. Очень хорошо организовали. Экран слышно, видно. Получила огромное удовольствие. Спасибо большое. Тем более, что нас тут угостили и куличами, и водой. Христос воскрес! Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.